А как же он такой здоровый оттуда вылезет? Как в фантастическом фильме ужасов. Вот успокоил! Сэм — любовь всей моей жизни. С помолвкой, ребят. За вас! За вас! Что если бы мы не подошли друг к другу? Невозможно. У меня печальные новости. Судя по анализу крови, вы не беременны. Бывает, что жизнь меняется в один миг. У вас опухоль. Это рак. Вот этот миг. Теперь можно не копить на учебу. Только если рак захочет учиться. Вряд ли вы мечтали попасть в нашу группу поддержки. Как дела у Эстель? Надеюсь, она будет наблюдать за птицами и без меня. Пока новый ухажер ее в кустах раком ставит. Добро пожаловать. Когда жизнь преподносит сюрприз, присаживайтесь пока. Ой, какой он нарядный. Он считает, смокинг ему помогает. Правда? Вроде не помер пока, значит, помогает. Готовься к худшему. Я пытаюсь мыслить позитивно. Парик красивый. Это мои волосы. Катастрофа. Кто будет сортировать тебе носки? Я смогу о себе позаботиться. А вдруг нет? Девчонок снимаешь? Давай на чистоту, Сэм, мужик что надо, но по части женщин лопух. Слишком чудная, слишком красивая. Я решила исключить глютен. Ясно. Вот же дурой себя почувствуешь, если поправишься. Что ты себе позволяешь? Я больна. Нет, 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 на меня это не действует. Она же до смерти напугана. Ей важно знать, что ты будешь в порядке. Жену мне ищешь? Серьезно? У нас не так уж много времени. Это касается и тебя, и всех остальных людей на планете. То, что будет, не должно вытеснить то, что есть. Живи сегодня. Я думала, что устрою твое будущее. И будет не так больно остаться в прошлом. Люби вечно. За все, на что мы готовы ради любимых. Незаменимый ты. Гугу Эмбата-Ро, Кристофер Уокен и другие. 16 февраля.